Включись. Ну вот, уже вырисовываются. Друзья, эта кровать не продается, но из интернета, я так поняла, мало что удаляется. И слава богу, нашли мы инструкцию к этой кровати. Как она называется, Леш? Мандаль. Нет, мандала. Нет, ну так. Мандаль, вот. Или мандал. В общем, нашла я в интернете. Еще надо бы знать, как найти. Короче, набрала кровать Икея с речатым изголовьем. И там один мужчина или женщина, не знаю, ну кто-то продавал эту кровать. И потом пошла-пошла и нашла, короче, как она называется. Великое дело интернет. И по инструкции, конечно же, намного проще собирать. Ну хотя бы видишь, что куда. Ну да, в общем, сначала первый раз, блин, получился комом у нас. Разобрали. Потом собрали. Теперь вот останется мне докрасить ящички и все. Вот ящики я перекрашу, фронтальные панели. Я имею в виду вот эти. Они здесь были белые, но будут ванильные. И внутри ящик, скорее всего, покрашу, и будет практически новая кровать. Очень хорошее качество. И вот этот мужчина, который продавал эту кровать, кстати, за 10 тысяч, я не знаю, это объявление, оно как бы в силе, или оно просто висит в интернете, но очень хорошая кровать. И так и написано: добротная кровать Икея из массива сосны. Это на самом деле массив сосны. Здесь нет, как это сказать, фанеры или что, как это называется? ДСП, фанеры. ДСП, да, это массив дерева. И я помню, что я покупала эту кровать, ну вот когда ее сняли с производства, что-то за очень дешево. То есть то ли 7, то ли 8 тысяч, или 6900. Вот, скорее всего, 6900, мне кажется, это был 12-й год, по-моему, или даже раньше. Может быть, 11-12-й год. Вот представляете, она как новая. Вот она и выглядит как новая. И красить я ее не буду. Очень жаль мне закрашивать вот эти деревянные сучки. Ну, в общем, здесь просматривается дерево. По мне, так будет очень хорошо. Что, Алексей Дмитриевич, помогать? А? Ты мне уже помогла. Что ты смеешься? Что ты смеешься? А что ж мне не смеяться? Так, вот это получается, это сейчас дно кровати мы собираем. Потом нам придется ее перевернуть. Вот здесь специальные наклейки, видите, чтобы она по полу не двигалась, типа наждачной бумаги. И вообще я хочу сказать, очень хорошее решение в Икее. То есть как-то все легко собирается. Когда есть инструкция. Да, ну, конечно же, сейчас у меня инструкции нет. Кто же знал? Вообще, друзья, я так понимаю, что нужно все инструкции хранить. Кто знает, будет ли у вас переезд в жизни или не будет. Но лучше пусть оно лежит. Ну вот, в интернете мы нашли. И сейчас вот собираем. Пока будет без изголовья. А может быть, и сегодня успеем отпилить и присобачить. Но там вот, кстати, непростая задача у нас будет. По той стене, где обои, там проходят провода. И вот как бы нам не попасть в электропроводку. Вот это, конечно, будет очень-очень плохо. Или очень хорошо. Да, будем без света жить, да, Леша? Ой, ну как же мне нравится эта люстра. Классная. Вот сейчас она как-то получилось мне ее заснять. В прошлый раз я, когда вам ее показывала, я ее вообще не могла снять. Сейчас, может быть, на улице просто не очень темно.
И поэтому вот камера сейчас ее ловит. Это вот одно из положений. Там четыре света. Ну, вот этот самый приемлемый. Это не самый яркий. Есть очень яркий, есть холодный, есть теплый и еще как какой-то там. Как-то она еще горит. Лешенька, что тебе еще что-то найти? Пока нет. Тапочки, кстати, тоже это тапочки Икея. Вот не знаю, продают их сейчас или нет. Продают. Продают? Лешенька, ну вот ты поедешь, купи, пожалуйста, еще таких тапочек. Там еще мне нужно будет. Друзья, да, очень хороший ковер вот этот. Хочу такой же купить бежевый. Ну просто прелесть. Почти 5000, 4900 с чем-то, 2,30 на 1,60 м. Вот хочу еще один купить в Икее, вот в те комнаты, в рабочий кабинет. Так, ну пока, наверное, отключусь, потом уже покажу, что у нас получится. Ну что, друзья, у нас получилось. Елена Ивановна победила ее. Да-да-да. Алексей Дмитриевич, ну мы вместе, короче. Так, кто нашел инструкцию? Кто? Да, это я нашла инструкцию, но с ней правда. Поэтому победила ты. С ней правда намного легче. Ну что, осталось разложить речитое дно. И не только. Положить матрас, постельное белье, и все. Видите, сплошное дерево. Ничего здесь нету, никакого пластика, никакого клея, никаких опилок. Массив сосны. Ну и останется потом сюда вставить ящички, которые я пока вставлять не буду, потому что надо их покрасить. Леша, дайте я тебе тут немножко помогу. Вот. Сейчас вот здесь вот. 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 Сейчас оно не легло. Вот там у тебя тоже. Я знаю. Вот. Сейчас поправим. Все поправим. Все. Вот так вот она выглядит. Нет, ничего я не буду красить. Повернули мы той стороной, которая раньше была вот там в изголовье. Она вся такая красивая, чистенькая. Да, в принципе, и та неплохая была. Но это вообще... Вот скажите, друзья, что этой кровати больше 10 лет. Вот что значит качественные вещи. Да я бы сказала, даже я купила ее недорого, но очень классная. Очень хорошая кровать. Сейчас будем продолжать уже заниматься декор, матрасы и постельное белье. Да, друзья, здесь очень хороший матрас, ну, куплен в то же время, и он до сих пор исполняет свое назначение. Вот так называется «Султан Хагавик», но матрас дорогой. Тогда он стоил, по-моему, около 20 тысяч. Так что все очень замечательно. Конечно, он не очень чистый, но это мы опустим. В Ньюшик я заказывала на матрасник, и сейчас его оденем, и будет матрас как новенький. Здесь. Товарищ, да, уже. Этот уже здесь. Ну вот, одела я на матрасник вместе с Лешиком. Вы у меня там Лешика спрашивали. Тоже одели. Да, вы там спрашивали у меня, шебуршит ли этот на матрасник. Вы там купили и не можете на нем спать. Друзья, я не могу сказать, что я его вообще не ощущаю. Ну да, звуки какие-то происходят, но меня это не напрягает. И я вот, как видите, пользуюсь этой вещью. Если бы меня что-то раздражало, я, конечно, бы ну, этим просто не пользовалась. Монька, а тебе нравится? Монька, а тебе нравится? Вот сразу и Кузьма пришел. Ну да, вот как только начинает застилаться кровать, они тут как тут. Да, мой сладкий, вы мои хорошие. Вы мои хорошие котики.
Да, обязательно надо полежать. Обязательно. Мои сладкие. Ну что, друзья, кровать собрана. Даже остались, как Лёша говорит, запасные запчасти. Я стала убирать инструмент, говорю: Лёш, а вот это что? Он смеется, говорит, это запасные запчасти. Ну, вы же знаете, что у русского человека всегда остается что-то лишнее или про запас. Ну, так уж устроена человеческая русская душа. Итак, хочу вам показать, насколько удобна эта кровать с четырьмя ящиками. Вот сейчас я акцент делаю на фронтальную панель этого ящика, которую я покрасила. И вот не покрашенная. Я думаю, что разница существенная. В общем, осталось мне покрасить, пролачить это все. Вот эту я еще разочек пройдусь краской Atelier des Cygnes. Это вот французская краска, которой я красила и кухню. Вот покрашу эти 4, ну теперь уже 3,5, скажем там, фронтальные панели ящика. И все, ничего я больше красить не буду. Вот посмотрите, как смотрится эта кровать с этой стороны. И я думаю, что ничего здесь красить не надо. Очень хорошо просматривается дерево, ну, хорошего качества. Пролачено матовым лаком. Ну, в общем, все хорошо, и это хорошо гармонирует с этим комодом. Да совсем гармонирует хорошо, так что все-таки красить я не буду. Ну, а красочка, которая есть у меня, вот эта пудровая, тоже от этой фирмы Atelier des Cygnes, я найду, куда ее применить. Может быть, не сейчас, может быть, немножко позже, но она найдет свое применение. Еще вот запасные части остались, ну, я еще так не убиралась, лампы меняли. В общем, сейчас будем заниматься изголовьем, будем его отпиливать. И тогда уже прикрепим к кровати, конечно же, покажу вам все, как будет уже в завершенном виде смотреться эта замечательная, очень удобная кровать от IKEA. Дело мастера боится. Аромат. Картошечка с курочкой, лучком. Танечка, а это твои грибочки. Очень вкусные. Дошел и до них ход. Благодарю от всех, от нас, тебе громаднейшие. Ждем в гости. Очень вкусно. Спасибо тебе, дорогая. Ну что, друзья, второй день работы. Сейчас покажу, что мы уже с Лёшиком здесь наваяли. Кровать на месте, но пока что нет еще в ней ящиков. Возьми, пожалуйста, вот здесь вот, подержи. Держу. Краешек. А сейчас мы облагораживаем потолок в
той комнате, которая буква Г. Вот, это старый наличник пластиковый, который был на кухне. И нам нужен пластик. Сейчас вырежем кусочек этого пластика. И вот туда приделаем. Я сейчас подойду ближе, покажу. А пока тут Лешек меряет, я покажу. Да ладно, я вот сейчас кровать пока покажу. Вот так вот выглядит наша замечательная кроватка. Очень хорошего качества. Ящики я сейчас крашу. Еще не лачила. Не знаю, может быть, какой-то ящик еще придется прокрасить один раз. Вот так вот выглядит изголовье. Лешек уже все отрезал. По мне так очень хорошо здесь все вписывается. Вот. Руки у меня все в краске, так что уж не обессудьте. И Лешек сегодня сделал вот эту красоту. Сейчас я вам покажу. Здесь тоже стоял пластик, причем такой самый дешевый. Я покупала вот эти наличники в магазине «Строй», по-моему, «Мебель для вас», там возле светофора, который. В общем, 4 штуки обошлись 1600 рублей. Цвет называется «Дуб дымчатый». Хорошо, что когда мы убирали двери, вот там, кто давно на канале, тот знает, что там была дверь, вот куда я сейчас навожу камерой. И там, естественно, были наличники в этой двери. Эта дверь пойдет Анечке. И вот на этом наличнике был цвет. Как называется? Какой цвет? Вот нашла я этот цвет. Называется «Дуб дымчатый». Купила 4 штуки. И Лешек вот здесь вот все это дело сегодня делал. Очень аккуратно, очень красиво. Здесь пришлось поморочиться. Вы видели, ну, что... Там здесь есть нюансы, которые... Да, что здесь было. И эти строители в кавычках. Вот здесь вот наверху. Вчера он мучился, так мучился. А там какие-то подкладушки были, которые, ну, совершенно там не нужны. Все провисало. В общем, выбросил Лешек это все. И сразу как-то все пошло хорошо. Так что вот так вот сейчас смотрится дверь уже со стороны спальни. Все аккуратненько, все хорошо. Плинтус уже на месте. Осталось нам прикрепить плинтус вот здесь, с этой стороны. И, в принципе, все. Что я еще сегодня сделала? Я облагородила вот эту штуку. Видите? Срезала пластик с окна комнате буквой Г, отрезала нужную длину и просто приклеила его сюда. Здесь, вы помните, была такая, ну, утеплитель такой блестящего цвета. И вот так вот сейчас красиво смотрится батарея. Ну и, естественно, во второй батарее то же самое сделала. Вот такая мелочь, но уже как-то получше все это дело смотрится. Не бросается в глаза. Да. Так, что еще мы сегодня сделали? Вы красили. Да, я сейчас покажу. Я сейчас крашу здесь эти ящики. Вот, такие они красивые стали. Внутри буду красить более дешевой краской. А вот эти фронтальные панели, это уже, ну, два раза здесь, два слоя. Потом пролачу и будет новая кровать. Надеюсь, мне хватит краски, чтобы больше не докупать. Значит, ушло у меня краски 830 грамм и 430. То есть две баночки. Одна вот такая побольше, другая поменьше. Вы там у меня спрашивали. Но на кухню пойдет где-то 830 грамм, если будете красить только фронтальные панели. Ну, а лака уже я не знаю, сколько там будет лака. Вот, еще съездили сегодня к Анечке на квартиру. Привезли от нее вот такие, такой вот гипсокартон. Видите, да? Как они таскали его, это, конечно,
Это жесть. Как это спускать, когда нет лифта с третьего этажа? Это просто жесть. Вот, 6 листов привезли. И завтра с Лешиком будем выравнивать вот эту оставшуюся комнату. Будем сегодня подготавливать все это, вытаскивать, перетаскивать, наводить порядок. Все будем вытаскивать вот сюда. А здесь уже будем делать обрешетку и выравнивать стены гипсокартоном. Когда стены будут выровнены, я, конечно же, буду штукатурить. И потом уже буду приглашать Андрея и Виталика для того, чтобы они натянули в этой комнате потолок. Вот, так что все ближется к логическому завершению. Останется только комната возле туалета. В ней будет стоять, кстати, диван, который сейчас стоит на кухне. И, в принципе, все. Да. Там еще много. А что там много? А что там много, Леш? Ну, а еще нужно предбанник тоже делать. Ой, Леш, там предбанники все быстро. Там все быстро. Предбанник, скорее всего, будем делать вот этими вот панелями, которые снимем с потолка. А там, Леш, это все, они цепляются друг за дружку. И, ну, я думаю, пару дней уйдет, и все. Тоже же время. Ну да, время. Тоже надо делать, это у тебя все быстро. Когда... Леш, ну уже столько работы проделано на самом деле, что мне кажется, уже осталась меньшая часть. Ну, мне так кажется. Большая впереди еще. Ну, больше это потом уже кухня, плитка на улице, огороды, все это понятно, никогда это не заканчивается. Да, друзья, я сейчас вам еще покажу, какую полочку я заказала на Wildberries для ванной комнаты, чтобы закрыть вот эту дырку между стеной. Сейчас пройдем в ванную, и я вам покажу. Кстати, сушилка в действии. Все очень хорошо, ничего не падает. Вы там мне писали, что будет сыро, ну, в ванной комнате сушить не стоит, долго будет сохнуть. Друзья, у нас минимальная влажность в ванной комнате. Ну, конечно, только после ванной, наверное, стоит пар, но открывается вот это окошко вот так на проветривание, и все. Никакой влаги здесь нет, тем более здесь теплый пол, и сохнет все просто замечательно. Вот уже сухое, а я стирала вот это буквально пару часов назад, представляете, уже практически все вот высохло. Итак, какую полочку я купила? Сейчас я здесь еще свет зажгу, вот так. Вот такая полочка на Wildberries, то есть она вешается, но сейчас она у меня просто вот стоит. Закрывается вот эта дырка между ванной. Сейчас я сюда уже поставила шампуни. Вот эта дырка. Илюшек говорит, я потом сделаю. Но я как представила, что он будет здесь чего-то придумывать, что-то, ну, как бы изгаляться. Вот. И на Wildberries нашла замечательную вот такую полочку. Она сюда... Моня, ты тоже пришел помогать? Или ты в домик к себе пошел? Вон там у тебя домик. Иди, иди в домик. Где у Мони домик? Где? Где у Мони домик? Вот, и, в общем, классная. Просто прикрепится к стене вот сюда. И посмотрите, здесь можно хранить ванные принадлежности. Вот я уже сюда поставила даже шампунь и кондиционер. Вот, мне дочь посоветовала, кстати, вот эту профессиональную серию. Надолго хватает, по-моему, 1 литр и 500 рублей. Вот, так что, кто не знает, вот хорошая вещь для жестких волос. У меня жесткие волосы, я мыла до этого Дав шампунем, тоже хороший шампунь. Ну, вот дочь посоветовала, мама, что ты не купишь вот такую штуку, выгодно и надолго хватает. Вот, купила, тоже на Wildberries. Так что, вот такая полка, вот ее фирма. Видите, сейчас вот прикрепим, и уже ванная будет как бы в завершенном
виде. Вот так это смотрится. Она из дерева. И, кстати, там по фото я видела. Может быть, я даже такую полочку куплю на кухню. В общем, для специй. Да, много для чего. А может быть, и здесь еще такую же куплю, чтобы вот сюда, ну, сделать еще одну полочку. Там посмотрим. Ну, скажите, ну, прям очень хорошо сюда она вписалась. По-моему, 1300 рублей. Вот такие рейки остались от изголовья. Конечно же, выбрасывать ничего не буду. Что из этого получится, потом вам обязательно покажу. Так что это небольшая интрига для вас. Ну вот, мои хорошие, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Мы продолжаем работать, трудиться. Будут покупки, буду показывать вам, рассказывать. Некоторым из вас очень нравятся мои покупки. Вы потом тоже покупаете и радуетесь. Вот одна моя подписчица написала, что купила точилку в IKEA и тоже очень ей довольна. Друзья, я с вами откровенно всегда. И если мне что-то очень нравится, я, конечно же, с вами делюсь. И, как говорится, от чистого сердца с открытым забралом. Ну, а у нас зима. Очень много снега в этом году. Очень много. Сугробы лежат такие, вот где чистят улицы центральные, прям по обочинам. Просто горы снега. Так что зима богатая на снежок. Все, мои хорошие, настроение приподнятое. Продолжаем трудиться. Продолжаем творить и вытворять. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.